хотел припугнуть. Подсудимый по громкому делу об убийстве алматинского гастроэнтеролога рассказал, как убивал врача. В Алматы проходит главное судебное разбирательство. Напомню, ЧП произошло в апреле прошлого года. На одной из городских автостоянок из охотничьего ружья был застрелен известный врач Юрий Шумков. Убийцей оказался один из его пациентов. Анара Нуртазина только что вернулась из зала суда. Известный врач-гастроэнтеролог был убит на одной из автостоянок весной прошлого года. Выстрелил в него из охотничьего ружья его же пациент. Со слов подсудимого, оружие он взял у знакомого. Всю ночь с 3 на 4 апреля он прождал Юрия Шумкова на злополучной стоянке. Утром, когда врач сел в машину, мужчина подошел к нему. Хотел просто припугнуть, уверяет он. К слову, в зале суда подсудимый выступал лежа по состоянию здоровья. Выходите, поговорить надо. Я подошел к машине и сказал: «Выходи, надо поговорить». Он посмотрел на меня и начал что-то искать в подлокотнике. Когда он повернулся, я увидел у него в руке что-то черное. Я на тот момент не спал неделю из-за тяжелого состояния, и что-то в руке у него я принял за оружие. Я выстрелил. Когда он вышел из машины, я выстрелил еще раз. На такой отчаянный шаг пошел из-за болезни, уверяет подсудимый. Врачи Лоры на протяжении 2 лет не могли поставить ему диагноз, а затем отправили к гастроэнтерологу. Шумков провел эндоскопию, но после процедуры состояние ухудшилось, считает подсудимый. Если бы я знал, что я до сегодняшнего дня не умру, я бы не пошел на это преступление. Я бы поехал за рубеж на лечение. Я очень сожалею о содеянном и прошу прощения у стороны убитого. В ходе слушаний также допросили свидетелей и потерпевших. Следующее заседание суда назначено на 6 января. Анара Нуртазина, Канат Кигизбаев, Астана Таймс, Алматы.